Всем привет! С вами я, Аня, и вы на канале Бублик Шоу. Давайте сделаем антистресс Simple Dimple в виде амангасиков. На картоне рисуем амангаса и раскрашиваем фломастерами, красками или карандашами. Я выбрала фломастеры. А пока подпишись на канал Бублик Шоу и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые классные идеи. Шлем амангаса раскрашиваем голубым фломастером. По контуру обводим черным маркером. По традиции время приветов на канале Бублик Шоу. Хочешь привет? Пиши свое имя в комментарии. Белым маркером или корректором рисуем блики. Мне в руки попалась пластиковая бутылка. Послушайте, как классно она щелкает. И мне пришла идея. Мы можем отрезать кусочек сверху или снизу и приклеить его на шлем амангаса. Как вам такая идея? Давайте пробовать. Я отрезала два кусочка, и щелкают они просто супер. Вырезаем амангаса и клеим пластик к шлему. Я использовала термоклей. Клей разогревайте не сильно, а то пластик может расплавиться. Ну что, попробуем? Щелкает очень классно, мне нравится. Я сделала еще зеленого и красного амангаса, чтобы щелкать всей семьей. Как оказалось, звучат они по-разному. Давайте пробовать! Если тебе понравилась такая идея для антистресса, ставь лайк этому видео и подписывайся на Бублик Шоу. До новых встреч! Пока-пока!